Ликвидировали очередность. В поселке Увек после реставрации открыли детский сад. Дошкольное учреждение было закрыто в 2003 году, и с тех пор здание находилось в заброшенном состоянии. Теперь обновленное учреждение смогут посещать 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как преобразился детский сад, расскажет Анастасия Куклева. Скажем дружно мы сегодня... В дошкольном учреждении «Островок» настоящее новоселье с песнями и танцами. 80 маленьких жителей отдаленного микрорайона теперь ходят в современный детский сад. С его открытием очередность дошкольного учреждения в поселке Увек полностью ликвидирована. Та цель и задача, которая была поставлена ровно год назад совместно с руководством города Саратова, совместно с депутатским корпусом, ну и, конечно, по просьбе, прежде всего, жителей, родителей, она на самом деле... имеет вот стопроцентную направленность, что приоритет, который был выбран, он выбран был очень правильно. Это очень важно, что практически стопроцентная наполняемость на сегодняшний день. Несмотря на то, что учреждение небольшое, оснащено оно всем необходимым. Пищеблок, медицинский кабинет, комната групповых занятий и даже прачечная. Здесь установлена современная техника для стирки, глажки и сушки белья. В дошкольном учреждении есть и музыкально-спортивный зал для занятий физкультурой. Общая стоимость реконструкции детского сада составила почти 37 миллионов рублей. Этот бассейн – особая гордость детского сада. Он здесь был еще до реконструкции, но раньше не работал. Сейчас бассейн восстановили. Температура воды в нем комфортная, она соответствует всем нормам, что позволяет детям заниматься в бассейне даже в зимнее время без вреда для здоровья. Преображению дошкольного учреждения очень рады родители. Именно они в 2013 году обратились к Валерию Радаеву за помощью в реставрации детского сада. Также удалось благоустроить и территорию дошкольного учреждения. На площадках установили современные прогулочные веранды, горки, качели и спортивные комплексы. Садик, конечно, очень красивый. Нам очень понравился. Тут вообще все... Ну, восхитительно вообще. Садик, конечно, красивый. И дети вчера мы ходили, приходили, смотрели. Дети очень довольны. Все красочно, все прям молодцы, постарались. Я в восторге от того, что здесь тренажерный зал, бассейн. Для детей, вот для подготовительной группы будет очень интересно. С открытием дошкольного учреждения в поселке появились и новые рабочие места. Штат работников состоит из 34 человек, 13 из которых – педагогический состав. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.